Встреча с бродячей собакой может закончиться тяжелыми увечьями. Как избежать конфликта и как минимизировать травмы в случае неудачи, узнаем у кинолога Кати. А роль бродячего пса исполнит представитель опасной профессии ротвейлер Дик. Кать, ну, в общем-то, в чем, собственно, опасность профессии Дика? Дик обучен на общий курс дрессировки, защитная караульная служба и штурмовая работа. То есть собака абсолютно адаптирована к любым видам опасностям в то же время и в любую минуту станет горой за меня. Грозный лай – один из признаков, что собака может напасть, но далеко не всегда лай заканчивается нападением. Некоторые псы лают из-за страха перед человеком. С помощью голоса пес как бы сообщает: «Не подходи ко мне». А еще таким образом собака может отгонять человека со своей территории. Признаки агрессивности животного, что она сейчас на вас накинется – остолбенелый взгляд, стеклянные глаза, вздыбленная холка приподнятая, хвост больше крючкообразный, и тем самым он приподнят больше над спиной. Более подлобный взгляд при нападении. И перед нападением чаще всего собаки еще и облаивают. Правда, взгляд собаки лучше не рассматривать. Ради собственной безопасности смотреть в глаза собаке не стоит. Кинологи говорят, это зеленый свет для собак, знак, что нападать на вас можно. Если у девушки имеется с собой дамская сумочка, рюкзак, не имеет значения, мы можем снять его или взять сумку. И при манипуляции, то есть как собака двигается в сторону нас, постараться следить за ее головой, в случае нападения просто постараться подставить этот рюкзак в сторону головы животного. Еще один вариант – прижаться к стене или дереву и сделать вид, что вы поднимаете с земли палку или камень. Если что-то из этого есть поблизости, возьмите в руку средство обороны. Мы можем взять эту палку и просто вставить в пасть собаке. И тем самым мы себя защищаем и не даем животному нас укусить. Бросаем и в то же время постараться медленно уйти от бродящего животного, но ни в коем случае не производить резкие движения и не бежать. Если ни один из методов не дал результаты, а вы видите, что собака готовится к нападению, пора спасать свою жизнь. Чтобы выиграть время, можете бросить в сторону собаки какой-нибудь предмет. А вот бежать – плохая идея. При побеге у собаки включается инстинкт погони, и практически все собаки бегают быстрее людей. Уходите медленно, прикрываясь сумкой или рюкзаком.